Всем доброго дня, меня зовут Александр, приветствую вас на канале Decor Lab Art. У меня на канале идет очень много видеоурока, также очень много мастер-классов по нанесению декоративной штукатурки. Я являюсь мастером по декору, также я обучаю людей, рассказываю, что мы делаем, как мы делаем, полностью просчитываю объекты и при необходимости отправляю материал, куда вам необходимо. Сегодня у нас будет небольшое видео по нанесению декоративной штукатурки лава. Техника идет на хаос, потому что по ней очень много вопросов. Ребят, здесь все просто, ничего сложного нет. Сначала мы грунтуем грунтом глубокого проникновения. Нам нужно, чтобы основание у нас было очень хорошее и крепкое. Дальше мы используем краску. Это идет подложка. Нам нужна хорошая, качественная краска для того, чтобы закатать основание. Красим мы все в два слоя. Всегда под любой декор мы красим в два слоя, для того, чтобы было хорошее основание. Еще раз повторюсь. После того, как мы взяли все прокрасили, мы берем, наносим декоративную штукатурку лаву. Для этого нанесения я в среднем разбавляю материал где-то на 5%, чтобы материал было легче нанести на стену. Наношу я ее кистью, пластиковой кельмой, я делаю восьмерочки, делаю сам рисунок. Особенность нанесения хаоса заключается в том, что мы проходим несколько раз по тому, когда мы уже нанесли, через небольшое время. Оно немножко другое с классической восьмеркой, потому что мы взяли классическую восьмерку, нарисовали и оставили. Но в данном случае хаоса на видео будет все видно, потому что я зафокусировал камеру, где мы наносим в таком именно стабильном положении, где показано, как мы что делаем и через какое время. Я вам сразу же хочу сказать, что в среднем мы возвращаемся к самому небольшому как бы участочку где-то в среднем 5-6 раз. Для того, чтобы материал все полностью разбить. По технике нанесения все просто. Сначала мы взяли, нанесли, нарисовали восьмерку. Дальше, через где-то 5 минут, мы еще раз прошли по этой восьмерке. Мы немножко разбиваем сам рисунок. И в среднем где-то через минут, так еще 2 раза по 10 минут, мы возвращаемся, еще раз разбиваем рисунок. После того, как мы это все делали, ничего больше не нужно делать. После полного высыхания материал хорошо моется, он очень стойкий. Поэтому, ребят, смотрим видео. Если у кого-то какие-то будут вопросы, внизу в описании все мои ссылочки. Инстаграм, Фейсбук, есть мой номер телефона. Не забываем подписываться. Также можете писать в комментариях свои вопросы. Я всегда отвечаю. Если какие-то есть сложности, лучше наберите меня, потому что я не всегда могу отписать, так как очень много работы. Поэтому хорошего просмотра. Мы продолжаем наносить декоративную штукатурку лава. Техника идет на хаос. Сейчас с близкого расстояния мы покажем, как это наносится, потому что очень многие просят показать сблизка, как мы что рисуем. По принципу нанесения сначала у меня брат идет, наносит небольшой слой, дальше мы пластиковой кельмой делаем рисунок. После того, как прошло где-то минут 10, мы еще раз проходим этот рисунок, чтобы взять и разбить все очень мелкий саму фактуру. Потому мы камеру не будем переставлять, она просто будет в этом диапазоне, и я буду, в принципе, говорить, через сколько минут, что мы делаем дальше. После того, как взяли и нанесли небольшой участок, сразу же берем пластиковую кельму и делаем восьмерки. Дальше мы продолжаем наносить, где-то через минут 5 мы еще раз ее все проходим. Итак, продолжаем. После того, как прошло, в принципе, где-то 5 минут, мы еще раз берем, проходим, делаем восьмерку. Итак, прошло еще где-то 5 минут, мы еще раз берем, проходим восьмеркой. Итак, прошло где-то минут еще 10,
И сейчас мы еще раз проходим. Здесь самое главное, когда каждый раз мы проходим, чтобы у нас этот рисунок разбивался у мелкий. Потому вот эта сторона у нас больше подсохла. И когда я сейчас буду ее проходить, она будет делать очень мелкий рисунок. Вот этого эффекта нам нужно добиться на всем объеме. В принципе, я думаю, саму суть, как мы должны наносить, я думаю, вы поняли. Потому в данном случае мы еще ждем где-то минут 10, мы еще раз проходим и все. Мы рисунок сделали. На больших объемах все, в принципе, так же само делается. Если интересно, как делается, на канале есть видео, где мы делаем на большом объеме. Данное видео было сделано для того, чтобы показать, как это все делается на небольшом объеме. Потому сейчас мы ждем еще где-то минут так 10. Еще раз его приглаживаем и все. Итак, у нас прошло еще где-то минут 10, может 15, уже точно не знаю. Сейчас мы еще раз проходим и все, у нас декор готов. Мы оставляем, чтобы у нас материал полностью подсох. После полного высыхания его можно будет помыть с моющим средством.